Сәлем алейкум, эфирде нетиже программасы бүгін январьнан 13 студияда сізлер үчін мен Эльмаза Санчалышам. Сәтима Бус Муслим Алиеваның қызы Гүлсум Эрмени базардаки мемури сынырда 5 сатлы сұрғудан сон азат етілді. Ама Кенеде мемури сынырны кечеджек олғаны вақыт ФСБ хадимлері оны дабыр кере яхалады. Яхаланов ақында анасы хабер етті, олар берабер Хырымдан Херсон велеетіне чихаджақ еді. Гүлсумны яхалап Эрмени базардаки полиция бөлігіне йоллағанлар. Яхаланғанлары ве адвокатлар, онен яхынлары ве адвокатлар онен бағланып оламады. 2018 сенесі Гүлсум Алиеваға мемури дава башлатылды. Санки Дерсон о душманлық доғыртуф языларнен ичтимаи ағыларда пайлашқан. Сәйси мабусының қызыны экстремистлер жедвеліне кірсеткенлер. Ләкен сілмеге ашықмайлар. До сих пор Гүлсум не сняли с базы разыскиваемых лиц, федеральная база розыска МВД, вот, хотя на руках у Гүлсум Алиевой уже в правоохранительных органах имеется решение о том, что уголовное дело в отношении нее прекращено, любое уголовное преследование прекращено. Даже сотрудник ФСБ, видать, местный приезжал сегодня в полицию, сказал, что это лицо ему не интересно и их службе, и убыл. Однако 5 часов понадобилось на то, чтобы выяснить, что действительно, Гүлсум Алиева не находится в базе в розыске, но формально висит в этой базе. И поэтому никаких гарантий нет, что при каждом пересечении границы ее будут останавливать и проводить вот эту формальную процедуру. Хрым татар сиаси мабуслеры азат этельмесы, хрым ижгальден курталмасы, ве ярымадаға милли территориаль мухтарет статусы берілмесы. Бу метелелеріні меджлис азалары ве курултай делегатлары Украина президентын хрымдаки дайыми темсилджисы Антон Кариневичнен музакере етті. Хрым татарлар хрымлы мабуслер азат этельвы меселесі музакерелеріне тамыр халх темсилджилері джельп этельмесіні талап етті. Меджлис азалары ве Кырым татар жемаатчылыгынын курушуунан тешебүшчүсү Украина президентинин Кырымдаки дайыми темсилчилигинин жолбашчылыгы болду. Антон Кариневич ярмада азат этилүү маселесинде такым олорак чалышмага чакыра. Питание до оккупации мы не можем обговаривать без питания крымско-татарского коренного народа. Мы абсолютно розуміємо, що мы ничего не можем обговорювати про кримських татар, без кримських татар. И мы абсолютно стоим на позиции того, что мы хотим активно работать по кримской тематике и будем все для этого делать. И мы хотели бы, чтобы мы работали с вами разом командою. Крымдатар халқының лидері Мустафа Джемилев айтқанына көре, шымдыки Украина акимиеті бус бутон терсіні япа. И дәреже вазифелерде іч бір крымдатары қалмады дей. Крыму очень отслеживает, как относится верховная власть к коренному народу Крыма. И вот сейчас та чистка, которая произошла по отношению к коренному народу в структурах власти, это для них очень влияет. Дело сейчас не в том, чтобы наших соотечественников куда-то там пристроить. Это очень важный политический вопрос. Если игнорируют специалистов коренного народа Крыма на материковой части Украины, значит, таково отношение руководства ко всей вообще проблеме деоккупации, к проблеме коренного народа. Мустафа Джемилевнің сөзлеріне көре, ишгаль алтында олған Крым меселесі халқара мейданларындаки музакерлерде кет-кете пек аз көтеріле. Украина акимиеті де бұл йөнелеште фаал чалышмайды. Просто сказать на нормандской четверке, это Крым территории Украины, это практически ничего не сказать. Я понимаю, что Нормандская четверка это созданная для именно решения вопроса Донбасса. Путин, конечно, мог сказать, мы тут этот вопрос не обсуждаем. Но на этой четверке тоже не предусмотрены вопросы обмена заключенных или там газовые вопросы. Но тем не менее это обсуждались. Я хотел бы вашего вам передать президенту, что вот таких международных встречах, где будут затрагиваться вопросы национальной безопасности Украины, восстановления территориальной целостности Украины, обязательно был кто-то из представителей коренного народа оккупированной территории. Меджлис азалары айтқанына көре, акимиет Русия эсірлігінде тұтылған Қырым татар мабуслері азат етілмесіні шарт оларақ қоймай. Мабуслер Дениш Тролев меселесіне тамар халқынан темсілжілері де желіп етілмек керек дейлер. Зараз іде робота над звільненням кримських
політв'язнів, які знаходяться на території Криму або на території Російської Федерації. Зараз в тому числі організація родичів політв'язнів займається тим, що надають списки для уточнення. Є реальні сроки, наприклад, у Руслана Зітулаєва, да? І є, наприклад, може бути хороший парень, писатель, семінар, але він условно сидить і він може потерпіти. Поэтому тут нужно очень принципиально, категорично вставлять, потому что, чтобы не было манипуляций со списками освобождаемых с Крыма. Потому что и те с Крыма, и те с Крыма. А ты, Эрнан, баш мудиро, Ленур Ислямов, президент Темсельджисене. Телеканал Кечкен Сененан Сонундабыле. Бюджеттен Карамтатар телеканалынан Инкишафына белгіленген параларына алып оламағанына білдірді. Онын фікіріне көре, бу акимиетнан Карамтатарларға олған мунасибетына көстередір. Можно сказать, да, там что-то АТР, ничего страшного, без АТР проживем. Может быть и проживем. Тогда вы найдите месседж тогда другой, как объяснить это крымским татарам, почему мы так живем. Без символа, а АТР символ борьбы. Если это державная политика президента, так вы всем и скажите сейчас. Вот сейчас прям всем скажите. Если нет, тогда срочно это измените. Курушев тахминен уч саат девам етті. Келеджек сефер президенттің Қырымдаки дайми темсілджілігінде. Курушмеге келештілер. Меджлис азалары президент офисы веб президент мунтазам тарызда. Қырымтатар халқынан темсілджі органнен курушып, Қырым меселесінде ақыл танашмаларына чағырды. Шевкет Аматулаев, Асан Эминов, Заман, АТР. Санкт-Петербургта Валерия Возгринен видала штылар құрылтай делегаты. Тарих ілімлері докторы Вехрым Татар тарихынан тәтқиқатшысы инсультан сон 80 яшында әлекілді. Видала шывға Қырымдан меджіліс темсілджілері Нариман Джелял, Бекер Мамут Лемар Юнусы Вехрылтайның тефтіш комиссиясының рейсі Али Озенбаш барды. Оның мойым ішлерінден бірі бұл 4 томдан ибарет олған Қырым Татар халқының тарихы еді. Бұл китапта қадими замаллардан 1940-й сенелерге қадар Қырым Татар халқының тарихын акс етілі. Китап 2013 сенесі тағдым етілді. Вазгрин жеседіні яқып тозуның ярысына Қырымға кетіріп дефін етмеге басиет еткен. Валерий Евгеньевич был для нас очень дорогим, известным человеком. Для крымско-татарского народа это очень большая потеря и утрата. Наша ценность самых уважаемых людей мы всегда на средний путь провожаем, укрывая нашим ценным крымско-татарским флагом. Спасибо ему за все, что он сделал для нашего народа. Екі ел қыдыру ве онлар же инсанлар сорғудан кечірілмесі. Базар күні Уфу хұрыжылар Украин генерлісі Амина Акуева өлдіруінде шекленген инсанны тұтты. Бұны милли полиция хабер әте. Яқалыну видеосынен ичтимаяғыларда ички ішілер назиры Арсен Аваков пайлашты. Оның сөзлеріне көре яқаланған сымарыш өлдіруілерінен оғрашхан тақымның елбашчысы ола біле. Тәфсілятлы же Лев Хамызда. Бу оператив видео да Амина Акуева өлдіруінде сас шекленген инсанны яқалайлар, мутихасыслар білдіргеніне көре, оның ДНК ізлері жинайет ерінде қалдырылған селеда тапылған. У нас вже була оперативна інформація. Затримання нам дало змогу отримати біологічні зразки, направити їх відповідним фахівцям і врешті-врешт отримати таке заключення, що саме одного з лідерів цієї групи біологічні зразки знаходяться на тому автоматі, який, підкреслюю, був вилучений у 2017 році, досліджений фахівцями і на ньому був виділений профіль. Полиция хадимлері айтқанына көре яқаланған догма дағыстанлы. Украинада осы марыш өлдірулерінен оғрашып, киллерлер тақымынан елбашшысы ола білейкен. Бұ тақымына гонолі Амина Акуева, иш адамы Павел Зможны ве Киевдеки метронан реклама бөлігінан елбашшысы Павел Миленки өлдірувінде шеклейлер. Бұ жинайчылер бойынша шекленген 7 инсанны махкеме қарарынен сизудан азат еткенлер. Шевченковский суд, на жаль, изменил всем запобежные заходы, не пов'язані з триманням під вартою. Це нас не зупинило. І у вересні, коли я проводив брифінг, я казав, що вказана група буде обов'язково перевірятись на причетність до інших вбивств на території Києва, Київської області і України. Тоді в
Амина Акуева, Омар Аркадаш, Адам Осмаев или Украинанын Шарканда Джухар Дудаев адана батальон тақымында женклешті. 2017 сенесі Ольдуровден 4 ай эвелсі. Русиялы қатил оларыны Ольдурменге естеді. О Чеченистан елбашшысы Рамзан Кадыровтан сымарышына Путин режимінен разы олмағанларыны Ольдурейді. Рекен шекленген Денис Султановны дегер жинайчылер нетберабер Денгіштруф черчевесінде декабрінің сонында Русияге берділер. 2017 сенесі октябрь айында Амина Акуева ве Адам Осмаев кеткен арабаны Киев филиетінде автоматнен аттылар. Акуева шу ерде жан берген. Қаза ерінде тапылған автомат Чехияда япылған дейлер милли полицияда. Оқу құрыжылар білдіргенне көре бұл келлерлер тақымы тек Украинада чалышма екен. Оның үшін полиция хадимлері Европа бірлігі девлетлеріндеке зен аддашыларындан да ярдым беклей. Так качылар Амина Акуева Ольдурованан сымарчысына ойледі да белгілемеді. Владислав Стужук, Заман, АТР. Иранда учақ қазасынен оғырашқан құртарыжылар қаза ерінде чықарылған видеонен пайлашты. Украин мұтахасыслары учақ қалымталарыны өгірене. Құртарыжыларының бір қысмы яқын вақытта Украинаға қайтыжақ. Украин учағы кечкен авта Тегеранда аваға көтерілгенінен радарлардан ғайып олды. Учақта олған 176 инсан әлләк олды. Учақта 11 Украина ватандашы бар еді. Олардан 9-ы экипаж азасы еді. Қаза нәтижесінде Иран, Канада, Бұйық Британия, Афганистан ватандашлары әлләк олды. Иранда исе наразылықлар тоқтама әп арта. Ресми Тегеран Украин учағыны ұруп түшіргені білдірген сон инсанлар соғақларға чықып башлады. Арбилер оны душман учағы кебі танып тесадуфнен ұрған. Фаджиадан сон иранлылар мемлекетінің лидері Аятолы Али Хаменені истифасыны талап етелер. Тәфсілетлі Алев Хамзда. Тегеранда бірқач университет янында юзлер жейінсан топлашты. Олар Украина учағы ұрып шүрілгені үшін акимет истифаға елланылмасына талап айты. Бойлекі банаразылықлар Иранның дегер шерлерінде де кечірілді. Мемлекет бойынша наразылықлар жұма ертесі башланды. Гежесі инсанларыны полиция хадимлері қуды. Ләкен ақшам кенеде бинглерінен инсан соқақларға чықы башлады. Ерлі мадбуат васталары білдіргенне көре полиция хадимлері таяқ ве көз кесіжі газ қолланған. В небі загинули наші діти. Ось чому ми тут зібралися разом. Куди нам ще йти? Америка президенті Ирандаки наразылықларға қол тута. Ось твиттер сайфесінде, ем инглис тілінде, ем де фарсиде, акиметна наразжыл ларга куч кулланмамага чагырды. Украина учагы казага ураган сон Иран акимети о техники себеплерден тушту дей. Лякин Канада ве Буюк Британия баш назирлери келечек куну истихбаратларына эсасланып, учакны Иран арбилери уруп түшүрдү деди. Неисе Иран акимети де месулиеттиликни өз бойуна алды. Санкидерсин арбилер учакны душман объекти уларак танып, ужум эткен. Вероника Ивашенко, Заман, АТР. Буде хада нетеде программа с сонуна ЕТ, панызге, хайрлақшамлар тілейм, атерден айрылманыз, корышкенде.